Приглушенный свет, динамичная музыка, танцоры сосредоточенно отрабатывают движения. Танцевальный шоу-спектакль «Жизнь за гранью реальности» с успехом проходит на разных площадках города. В этом году зрители смогли увидеть красочное шоу в Санкт-Петербургском театре «Мюзик-холл». Считанные минуты остаются до начала спектакля «Жизнь за гранью реальности». Совсем скоро артисты выйдут на эту сцену, чтобы снова рассказать евангельскую историю, которая однажды изменила этот мир. Переплетение сюжетов и жизненных историй. С помощью различных танцевальных стилей и пластических элементов участники школы танцев JCGP приглашают зрителей в удивительное путешествие, где среди персонажей каждый может узнать себя. По словам режиссера спектакля Леонида Кима, это шоу рассказывает о проблемах, которые сегодня близки каждому молодому человеку. Это уникальный, я бы сказал, мост для того, чтобы на доступном современном языке танца доносить до молодежи и вообще до большой категории людей Евангелие. Когда мы можем на языке творчества и культуры донести людям о том, кто есть Христос и что Он сделал, и ради чего Он пришел в этот мир. Это спектакль о любви, надежде и вере. Человек проходит путь от своего создания Богом до грехопадения, но в его душе не перестает звучать призыв. Это путь поиска, рассказ о вечных ценностях, о человеческой жизни и возможности начать все заново, обретая Бога внутри себя. В спектакле заняты более 50 профессиональных приглашенных артистов. Каждый герой блестяще демонстрирует свое мастерство, делится со зрителями личным посланием. А для кого-то это возможность и самому заглянуть внутрь себя и задуматься о самых важных вопросах. Для меня это новый опыт, новые знакомые, люди, новый подход к работе, потому что в таких условиях довольно мало работал. Вот, и в первую очередь это опыт, ну и также много интересных мнений по поводу самого спектакля. В плане спектакль с религиозной ноткой, как минимум. И для меня я агностик, и очень много новых мнений каких-то я услышал и для себя выделил то, что... Ну, то, что есть гораздо больше точек зрения, чем я ожидал. Добро победит. Наверное, это самая главная мысль. Вот ее мы и продвигаем. Организаторы убеждены, что творчество – это тот инструмент, с помощью которого человек может меняться к лучшему, обращаясь к тому, кто дает новую жизнь и мир. Ведь это и есть именно та самая реальность, в которой хочется жить и созидать. Анна Федорова, Степан Львов, Новости ТБН.